Последнего вчера верили, что хотя бы кто-то там останется живой, звонили в аэропорты. Еле дозванивались, потом уже вывесили списки, но он был предпоследний в списке. Да? Да, и финансовая какая-то поддержка. Принимал участие в Олимпиаде по обществознанию и занял первое место. И, ну, как мы знаем, вузы проводят межвузовские олимпиады для своих поступающих. Он был на этой Олимпиаде. Вот возвращался, так сказать, домой. Вот со всем этим в классе провели. Дети, конечно, в слезах. Ну, девочка тоже расстроена, не пришла.